Сегодня на базе центра «Мои документы» на Большой Московской расположился выездной пункт вакцинации против COVID-19. Также желающие могли вакцинироваться от гриппа. Изначально в МФЦ на Большой Московской медики приезжали, чтобы привиться могли все желающие сотрудники офиса. Но услуга оказалась востребованной и у новгородцев. Поэтому пункт мобильной вакцинации работает здесь каждый понедельник. С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. А вот тем, кто хочет сделать прививку в своей собственной поликлинике, специалисты многофункционального центра помогут записаться электронно. Специалисты МФЦ помогут зарегистрироваться, подтвердить и восстановить учетную запись на портале госуслуг для того, чтобы записаться на вакцинацию. Здесь же расскажут, как через электронный кабинет найти свой сертификат о прививке. Обычно он появляется через несколько дней после введения второй дозы вакцины. Завтра мобильные бригады будут работать рядом с торговым центром «Барк» с 10 до 14 и в торговом доме «Русь» с 16 до 19.